Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. С вами Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Совет Безопасности ООН одобрил договор по Ливии. В ЕС в 2015 году прибыло более 1 миллиона мигрантов. НАСА показало новые фото из космоса. Совет Безопасности ООН одобрил договор о создании в Ливии правительства национального согласия. За соответствующую резолюцию проголосовали все 15 членов организации. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которая одобряет договор о создании в Ливии правительства национального согласия. Текст документа представила Великобритания. Согласно ему, новое правительство должно быть единственным представителем Ливии и включить все противоборствующие стороны. Как ожидается, новый договор принесет в Ливию стабильность, а также поможет в борьбе с возрастающим присутствием исламского государства. В течение 4 лет после свержения Муаммара Каддафи страна оставалась разрозненной. Здесь существовало самопровозглашенное правительство в Триполи, а также другое правительство, созданное на востоке страны и признанное на международном уровне. Оба получали поддержку от разных групп бывших боевиков и военных. Большинство ливийцев, вероятно, все ливийцы понимают, что этот договор был подписан в результате 14 месяцев очень сложных переговоров, и он единственная надежда на восстановление государственного управления в стране, на то, что Ливия не исчезнет как единое суверенное государство. Этот договор – единственная надежда на выход из хаоса и прекращение кровопролития. В резолюции сказано, что Совет Безопасности приветствует формирование так называемого президентского совета в Ливии. Он также призывает его в течение 30 дней сформировать правительство национального согласия и принять меры по обеспечению безопасности. Кроме того, в документе звучит призыв к странам-членам ООН немедленно реагировать на любые запросы о помощи со стороны нового ливийского правительства. При этом дипломаты ООН и чиновники выражают беспокойство, что шаткий договор о создании правительства может потерпеть неудачу уже в ближайшие дни или недели. Радикально настроенные члены в обоих правительствах его отвергают. 1 миллион человек – таково число беженцев, которые в этом году прибыли в Европу, спасаясь от войны или нищеты. Подробности далее. В этом году в Европейский Союз по суше и морю прибыло в 4 раза больше мигрантов и беженцев, чем в прошлом. И это число уже превысило 1 миллион человек. Об этом сообщила Международная организация по миграции. По ее данным, 3600 человек погибли или пропали без вести в пути. Мы только что опубликовали новые цифры. Число беженцев и других мигрантов, следующих на север Европы, превысило 1 миллион. В основном это сирийцы, но есть и из других стран. Из этого числа почти 3700 человек погибли, большинство в Средиземном море, небольшое число в Эгейском море и вдоль сухопутного пути через Балканы. Половина прибывших – сирийцы, бегущие от войны. Пятая часть – афганцы, еще 7% составляют иракцы. Большинство людей прибыло по морю на греческие острова, более 800 тысяч человек. Остальные попали в ЕС через Болгарию, Италию, Испанию, Мальту или Кипр. По прогнозам Международной организации по миграции, в 2016 году число беженцев и мигрантов не сократится. Между тем, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутьеррес призвал международное сообщество утвердить новый план помощи сирийцам, бегущим от войны. Нужен новый договор, в частности, с Европой и соседями Сирии. Очевидно, что если не предоставить детям возможности учиться, а взрослым работать, если сирийцы не будут защищены от бедности, то все больше из них не найдут другого выхода, кроме как отправляться в путь. За почти 5 лет военного конфликта из Сирии бежало более 4 300 000 человек. Гутьеррес говорит, что сирийцев нельзя обвинять в терроризме, от которого они сами бегут, рискуя своими жизнями. После того, как у них на глазах разрушили их дома, убили их соседей, после того, как пропали их родственники, после долгих скитаний по Сирии в бедности и при отсутствии базовых условий, они пытаются попасть в Европу, чтобы восстановить свою жизнь. И мне больно смотреть, что эти семьи, которые уже и так настрадались, вынуждены отдаваться в руки преступников, незаконных перевозчиков, которые их используют и забирают последние сбережения. После смертоносных атак в Париже и США, ответственность за которые взяло на себя исламское государство, политики некоторых стран заявили о том, что принимать беженцев небезопасно. А несколько американских штатов объявили, что закроют свои двери для сирийцев.
Китайские мегаполисы, которые также входят в список крупнейших городов мира, продолжают страдать от смога. В то время как в Пекине вредный для здоровья туман медленно рассеивается, в Шанхае ситуация не улучшается. В Пекине отменили красный уровень опасности, объявленный ранее из-за смога. Однако удушливая взвесь отступает медленно. Еще в среду люди боялись открывать окна. Концентрация твердых частиц достигала 400, а в некоторых районах города 500 микрограммов на кубический метр. Это почти в 20 раз превышает безопасный уровень, установленный ВОЗ. Я не открывала окна, потому что вчера стоял сильный запах. Сегодня, открыв окно, я почувствовала, что стало намного лучше. Но думаю, что и сегодня можно объявить красный уровень тревоги. Мне казалось, что город окутан дымом, и мне было страшно. Но погода постепенно улучшается, солнце светит в голубом небе, и настроение тоже поднимается. Что касается другого китайского мегаполиса, Шанхая, он окутан густым смогом с середины прошлой недели. Уровень мелкодисперсных частиц здесь достигает 300 микрограммов на кубический метр. Воздух ужасный. Невозможно ясно разглядеть близлежащие сооружения. Такое чувство, будто ходишь в тумане. Иногда в первой половине дня в горле дискомфорт. Воздух плохой. Загрязнение атмосферы – это проблема почти всего Китая. Специалисты видят причину в большом количестве угольных электростанций, выхлопных газах и производственных выбросах. Красный уровень опасности из-за смога власти Китая должны объявлять, когда концентрация вредных частиц превышает 200 микрограммов на кубический метр. Если показатель увеличивается до 300 микрограммов, то жителям рекомендуют оставаться в помещениях. Временно закрывают школы, заводы, приостанавливают работы на строительных площадках. Также ограничивается движение автотранспорта. Новости из космоса. НАСА порадовала землян новыми фотографиями спутника Энцелада и карликовой планеты Цереры. А с МКС звучат теплые поздравления с Рождеством. НАСА порадовала землян новостями из космоса. На сайте агентства появились новые уникальные фотографии Энцелада, спутника Сатурна. Съемку вела межпланетная станция Кассини. 19 декабря она в последний раз пролетела мимо Энцелада, приблизившись к нему на 5000 километров. Снимки сделаны с разных ракурсов и показывают две стороны спутника. Одна покрыта кратерами, а вторая имеет более ровную поверхность. Не менее уникальные фотографии прислал и другой космический зонд «Рассвет». Он исследует карликовую планету Цереру. Снимки сделаны 10 декабря с расстояния всего лишь в 385 километров от поверхности. На фотографиях видна цепочка кратеров, находящихся в южном полушарии планеты. По данным НАСА, эти кратеры и разломы сформировались во время тектонических процессов. Из космического пространства до землян долетели не только научные новости, но и поздравления с приближающимся Рождеством. Их подготовили астронавты, работающие на МКС. Добро пожаловать на борт МКС. Я Скотт Келли, со мной члены экипажа 46-й экспедиции, Тим Копра и Тим Пик. И у нас есть для вас праздничное послание. Мы хотим сказать, что нам повезло работать на Международной космической станции. Мы благодарны всем службам, поддерживающим наш полет и научные эксперименты в этой лаборатории. Рождество – это традиционное время для того, чтобы родные и друзья собрались вместе. И хотя мы не можем быть рядом с вами, но мы встретим Рождество на земной орбите 16 раз и будем посылать наши добрые пожелания всем жителям прекрасной планеты Земля. Счастливого Рождества, счастливых праздников и счастливого Нового года от Международной космической станции! Далее в выпуске. На лыжных курортах в Альпах не хватает снега. Видеть сквозь стены поможет Wi-Fi. Санта поддержал детей, живущих в трудностях. Звездные войны бьют рекорды кассовых сборов.
Горнолыжные курорты во французских Альпах терпят убытки. Из-за аномально теплой погоды на спортивных трассах попросту не хватает снега. Горнолыжный курорт Ла-Клюз во французских Альпах расположен на высоте от 1100 до 2600 метров. Обычно в это время здесь разгар лыжного сезона. Но в этом году природа внесла свои коррективы. Из-за аномально теплой погоды курорт смог открыть лишь четверть своих трасс. С начала зимы здесь выпало 40 сантиметров снега, и он начал таять. На самом деле, в начале сезона у нас было много снега. Мы смогли открыться в некоторые выходные в ноябре и декабре, но потом потеплело. Сейчас здесь работают 23 из 86 лыжных трасс. Туристы есть, но меньше, чем обычно. Владельцы местных магазинчиков, где дают на прокат лыжи, беспокоятся, что потеряют 30-40% дохода. На горнолыжных курортах бизнес-сезоны очень короткие. Большинство прибыли мы получаем в период Рождества и за 4 недели февральских каникул. Так что если эти две рождественские недели не сработают или сработают для нас плохо, то это быстро станет проблемой. Мы знали, что снега не будет, но мы все равно наслаждаемся отдыхом, насколько можем. В следующий раз должно быть лучше. Вначале мы были немного разочарованы, но я приехал с группой друзей, и мы просто нашли себе другое развлечение. Ходили на каток, в поход, просто стали делать другие вещи. Сегодня здесь каждый, от владельцев отелей до отдыхающих, пристально следит за прогнозом погоды в надежде на долгожданный снег. Но до начала Нового года его не обещают. Аномально теплая погода установилась по всей Европе. В Берлине даже зацвела вишня. Вопреки заявлениям властей Китая о том, что с 1 января 2015 года использование органов заключенных в трансплантологии будет прекращено, эта практика продолжается. Комитет ООН против пыток потребовал провести независимое расследование. В 2015 году продолжилось насильственное извлечение органов у тысяч узников совести в Китае. Об этом свидетельствуют результаты проведенных расследований. В конце прошлого года власти Китая пообещали, с 1 января 2015 в стране прекратят практику извлечения органов у заключенных. Однако на деле заключенных теперь просто классифицируют как рядовых граждан, а получение их органов называют донорством. Причем число пересадок органов при неработающей системе настоящего донорства в стране продолжает расти. Была разработана серия индикаторов, которые показывают, что число пересадок органов в Китае не только не сократилось, не пошло на убыль, а даже набирает обороты. Этан Гудман, писатель и журналист из Великобритании. В 2014 году была опубликована его книга под названием «Бойня». В ней собраны факты репрессий, пыток и убийств узников совести в Китае, полученные в результате его собственного расследования. Гудман также приводит показания свидетелей. Среди них бывшие заключенные и некоторые врачи, которым удалось выехать из Китая. Гудман утверждает, что в период с 2000 по 2008 годы органы насильственным путем были извлечены у 65 тысяч последователей Фалуньгун, а также у 2-4 тысяч уйгуров, тибетцев и прихожан домашних христианских церквей. Тем временем Комитет ООН против пыток в своем периодическом отчете по Китаю за 2015 год призвал извлекать органы только на основании осознанного согласия донора, а также предоставить компенсацию родственникам тех заключенных, чьи органы были извлечены насильственно. Кроме того, комитет обратился к властям КНР с призывом провести независимое расследование утверждения о том, что насильственному извлечению органов подвергаются приверженцы Фалуньгун. Американские исследователи нашли способ просвечивать стены. Новое устройство может определить положение человека в закрытом помещении при помощи сигнала беспроводной связи. Мечта человека видеть сквозь стены становится реальностью. Исследователи из Массачусетского технологического института разработали новую технологию, которая может распознавать силуэты. Для этого используют сигнал Wi-Fi. Выяснилось, что мы можем видеть силуэт. После этого мы начали задаваться более сложными вопросами. Сможем ли мы понять, как человек передвигается в пространстве? Чтобы отследить передвижение человека, используется более примитивная визуализация. Обычная красная точка показывает, куда идет этот студент. На соседнем экране можно увидеть изменения в случае, если человек садится или поднимается. Он меняет положение. Когда он падает, мы видим резкое изменение графики, видим, что он оказался на полу.
Исследователи говорят, что эта технология поможет в больницах и домах престарелых. Этот прибор видит людей благодаря беспроводному сигналу. Он может отслеживать движение или идентифицировать человека по форме его скелета, а также измерять дыхание и пульс. По словам исследователей, технология также будет полезна для полиции и армии. Например, в случае захвата заложников. Перед тем, как отправлять полицию на штурм, вы захотите узнать, где находятся люди или где находятся заложники, есть ли там кто-то с оружием и где он стоит. Ученые надеются, что в продажу устройство поступит уже к началу 2017 года. Пастухи Монголии возрождают древнюю практику использования тибетского мастифа. Собаки собирают овец в стадо и защищают их от хищников. Это также помогает сохранить популяцию снежных барсов, которых пастухи нередко убивают из-за нападений на скот. Выпас скота в широких степях Монголии – чуть ли не единственный способ выжить в этих суровых условиях. Но занятие это непростое, ведь животных нужно охранять от местных хищников – волков и снежных барсов. До недавнего времени монголы просто шли на охоту и занимались отстрелом. Однако теперь они все больше полагаются на помощь собак. Ранее эта практика существовала здесь веками. Верным другом человека в выпасе скота были тибетские мастифы. Сегодня древнюю традицию возрождают. Чулунджав – пастух из провинции Туве. Своего 11-месячного мастифа он уже научил защищать овец. Собаку ему предоставила неправительственная организация, основанная американским биологом в 2004 году. Они дали мне эту собаку в июне еще щенком, а также рассказали, как ее дрессировать. С того времени мы начали ее учить и позволяли ей привыкнуть к стаду. Она научилась следовать за овцами и направлять их. Ночью она возвращается с ними и защищает их. Утром она следует за ними на пастбище. В центре по разведению тибетских мастифов недалеко от Улан-Батора щенков держат рядом с овцами. Считается, что ранний контакт поможет животным сдружиться. При этом хозяев инструктируют не очень сближаться с собакой, поскольку ее основная связь должна быть установлена именно со стадом. Очень важно сделать так, чтобы самым интересным, с чем сталкивается собака, особенно в первые месяцы, был именно скот, а не люди. То есть пастухи должны брать щенка с собой на выпас, кормить и поить его там. И если щенок пытается следовать за пастухом обратно в юрту, нужно отпугнуть его, закричать или бросить рядом с ним жестяную банку с камнями. Не в собаку, а рядом, чтобы ее отпугнуть. Другой сотрудник центра говорит, что тибетские мастифы – отличные пастухи. В этом им помогают их размеры и природная сообразительность. А еще у них очень густая шерсть, благодаря которой они могут оставаться на улице круглый год. Монгольские мастифы знают, как действовать в сложных ситуациях. Они знают, как сохранять контроль. Они чувствуют, с какими намерениями приходит человек или зверь, хорошими или плохими. И они принимают решение об атаке на основе этого. У них очень развита интуиция. Практику использования собак возрождают для сохранения главного хищника этой местности – снежного барса. Популяция его постоянно уменьшается из-за сокращения ареала, а также из-за охотников и капканов. Последние нередко оставляют барсов без лап, а иногда приводят к их гибели. Территории, на которых обитают снежные барсы, сокращаются из-за увеличения численности скота в Монголии. Вот почему возникает конфликт между пастухами и главными хищниками этого района. Ученые и природозащитники надеются, с большей защитой овец пастухам не придется постоянно увеличивать поголовье своих стад и занимать все большие территории, на которых обитают снежные барсы. Польский город Бордо смог восстановить свой традиционный рецепт приготовления имбирных пряников. За 70 лет уникальный набор ингредиентов был забыт. Его вернули благодаря старой фотографии местного пекаря. Польский город Бордо столетиями славился своими традициями выпекания имбирных пряников. До Второй мировой он назывался Варта и принадлежал Германии. После войны перешел Польше, и немецкое население из Бордо изгнали. Среди высланных были и пекари, которые хранили старинные рецепты имбирного теста. В течение 70 лет набор ингредиентов для выпечки оставался забытым.
Но несколько лет назад два местных любителя истории наткнулись на интересную фотографию. На ней был изображен пекарь, украшающий один имбирный пряник, и маленькая девочка, держащая другой. Это подтолкнуло их на дальнейшие исследования. Они выяснили, что в городе жили целые династии, специализирующиеся на сладкой выпечке. Здесь даже проводили тематический фестиваль. Они также обнаружили, что традиция выпекания имбирных пряников в Бордо зародилась еще в конце 15-го столетия. Рецепты держались в строжайшем секрете и передавались только от отца к сыну. Пекари замешивали тесто лично, чтобы тайные ингредиенты не узнали даже работники пекарен. Готовую продукцию продавали по всему региону и экспортировали в соседние страны. Клиенты были даже в США. Мужчина на фотографии – это пекарь Макс Праус, девочка – его дочь Йоханна. Ее удалось разыскать, сейчас ей 96 лет. Заскочение было огромное. Они были очень удивлены. Через 70 лет кто-то из Польши приезжает, и оказывается, что в Польше о них помнят. Люди интересуются этим, интересуются имбирными пряниками. В результате завязалась дружба. Мы стали друзьями. Йоханна, ее муж Йохан и их дочь Ирмгард дали нам свои семейные документы, фотографии и бумаги, включая рецепт имбирных пряников Бордо. Рецепт Макса Прауза передавался с начала 19-го столетия. Уникальность рецепта в том, что он часть 500-летней истории Бордо, а также всего региона Нижняя Силезия по выпеканию имбирных пряников. Наша цель – найти еще более старые рецепты, найти потомков других пекарей из Бордо, связаться с ними и узнать новые рецепты. В январе мужчины планируют организовать в городе встречу для всех, кого интересует история Бордо. Они надеются, что их усилия помогут сохранить и возродить давние традиции для будущих поколений. Санта-Клаус из Лапландии обратился ко всем детям мира в честь Рождества. В своей поздравительной речи он особенно поддержал тех маленьких жителей Земли, которые терпят невзгоды. Здесь, в лапландской деревне Санта-Клауса, волшебный дух Рождества буквально витает в воздухе. А эльфы тем временем торопятся рассортировать письма, приходящие на почту Санте. В этом году Санта получил уже 250 тысяч писем. Их будет около 500 000. Большинство посланий приходят из Китая. Польша на втором месте, много из Италии. Некоторые дети присылают Санте длинные списки с различными просьбами, а некоторые просто хотят узнать побольше о рождественском деде. И хотя он не сможет ответить каждому, но можно быть уверенным, все письма будут прочитаны. А в преддверии Рождества Санта обычно обращается с поздравлением ко всем юным жителям Земли. В этом году он решил в особенности поддержать детей, испытывающих невзгоды. Мои дорогие друзья, вот что я хочу сказать вам в это Рождество. Не бойтесь и не забывайте, что чудеса бывают. Вы можете оказаться на перепутье вашей жизни, когда все не так уж хорошо. Но потом происходит что-то прекрасное, и ваша жизнь может измениться. И также с вашими мечтами. Никогда не позволяйте им исчезнуть. Храните их всегда в вашем сердце и в голове. Тогда они могут сбыться. Мои дорогие друзья, я желаю вам счастливого Рождества и Нового года. Деревня Санта-Клауса находится неподалеку от финского города Рованиеми, немного южнее полярного круга. Ежегодно сюда приезжают 300 тысяч туристов. В настоящее время наиболее частые гости в деревне – это китайцы. Но также много посетителей из Германии, России, Франции, Испании и Японии. Деревня Санты открыта весь год. При этом о работе и жизни рождественского деда можно узнать на его официальном сайте в интернете. Фильм «Звездные войны. Пробуждение силы» бьет рекорды. На продажу билетов он уже собрал $1 млрд. И это при том, что его еще не начали показывать в Китае. Седьмой эпизод саги о «Звездных войнах» бьет рекорд по кассовым сборам. Он уже принес своим создателям $1 млрд.
и сделал это в режиме гиперскорости всего за 11 дней. Это определенно блокбастер. Люди стояли в очередях в кассы еще за неделю до премьеры или даже раньше. И все ради того, чтобы получить привилегию увидеть фильм первыми. Предыдущим фильмом, который собрал 1 миллиард с небывалой скоростью, был «Мир юрского периода». Он ненамного отстал от «Пробуждения силы» и установил рекорд за 13 дней в июне. Немалую часть этой суммы фильм собрал в Китае. Но седьмой эпизод «Звездных войн» начнут показывать в кинотеатрах КНР только 9 января следующего года. Аналитики ожидают новых сверхприбылей для создателя саги компании Disney. Удивительно, что серия «Пробуждение силы» смогла получить крупнейшую сумму за несколько дней без Китая, даже частично. Так что Disney скоро получит новый кусок пирога. И все говорят о новых рекордах. Возможно, в Китае будет установлен новый рекорд. Это уже не первый рекорд седьмого эпизода со времени его выхода на большие экраны. Так, только за одни выходные он смог собрать рекордные 248 миллионов долларов в США и рекордные 525 миллионов по всему миру. В канун Рождества 1925 года была впервые напечатана история о медведе Винни-Пухе. Писатель Алан Милн опубликовал ее в газете «London Evening News». А незадолго до Рождества 2015 года в свет вышла книга о медведе, который стал прообразом Винни. Давайте посмотрим. Жил-был на свете медвежонок по кличке Винни. Однажды он встретил человека по имени Гарри Колборн, и вместе они отправились в удивительное путешествие. Вот так начинается сказка о медведе, который стал прообразом знаменитого Винни-Пуха. Книгу в картинках незадолго до Рождества 2015 года опубликовала Линдси Мэттик, праправнучка Колборна. Мой прапрадедушка был канадским ветеринаром. Когда началась Первая мировая война, он жил в Канаде. Он купил медвежонка и назвал его Виннипег в честь канадского города, в котором родился, кратко Винни. Потом он взял эту самку-медвежонка с собой в путешествие через Атлантику в Англию. Там он проходил подготовку в военном лагере. На архивных фотографиях видно, что Колборн и Винни очень сдружились. Впоследствии животное стало талисманом армейского ветеринарного корпуса Канады. Но передняя линия фронта была слишком опасна для медведя. Он понял, что ему придется отправиться на передовую во Францию, и для медвежонка это будет небезопасно. Поэтому он попросил лондонский зоопарк позаботиться о Винни во время войны. Медведица отличалась очень спокойным нравом. Вскоре смотрители зоопарка стали пускать к ней в вольер посетителей. Винни стала местной звездой. Она была очень дружелюбной, поэтому к ней приходило много посетителей. К ней особенно часто приходили писатель Алан Милн со своим сыном Кристофером Робином. Кристофер так полюбил медведицу, что он изменил имя своего плюшевого мишки с Эдварда на Винни. А затем Милн начал писать рассказы о приключениях плюшевых игрушек Кристофера, и одной из них был Винни. Впервые книга о Винни-Пухе была опубликована в 1926 году, а спустя 35 лет на экраны вышел мультфильм компании Disney о приключениях доброго медвежонка. После окончания Первой мировой войны Колборн решил, что Винни должна остаться в зоопарке. Там она и пробыла до своей смерти в 1934 году. Там же ей поставили памятник. После смерти медведицы в зоопарке ее череп был передан музею Королевской коллегии хирургов Англии. Недавно его достали из архивов и выставили на обозрение. Примечательно то, что Винни в течение жизни потеряла все свои зубы из-за пародонтита. Дикие медведи, конечно, едят мед, но Винни давали слишком много сладостей. Поучительная история для медведей и их владельцев по всему миру. Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости смотрите ежедневно на сайте ntdtv.ru. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем добра, счастья и гармонии. Увидимся в новом году.